Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день. Эти стихи навевают грусть, но нам грустить некогда. Пока на улице осенняя погода меняется с уныло-дождливой на солнечно-ясную, команда «Автопанорамы» приступает к тест-драйву очередной автомобильной новинки – Hyundai i30 в кузове хэтчбэк. Концерн Hyundai постепенно развивает свою концепцию дизайна. Каждый новый автомобиль имеет свои черты и грани, которые одновременно делают ее похожей на другие модели компании, но и имеют свою индивидуальность. Не знаю, как долго корейцам это будет еще удаваться, но пока констатирую факт. Новый i30 выглядит весьма симпатично. Современные автомобили обновляются достаточно часто, и основные изменения касаются внешнего вида. Фары, передний бампер и решетка радиатора, как наиболее выразительные элементы авто, попадают под перо дизайнера в первую очередь. Так получилось и с Hyundai i30. Новые четко очерченные фары, между которыми располагается агрессивно улыбающаяся решетка радиатора, придали машине спортивности. Сзади изменений больше. Задние фонари стали горизонтальными, спойлер, расположенный на пятой двери, немного вырос в размерах и стал более заметен, а нижняя часть пятой двери стала слегка вогнутой. Внешность у i30 получилась очень задорной и современной. Все эти изменения не только освежили авто, но и сделали его формы более стройными. Качество элементов интерьера в Hyundai i30 значительно улучшено, стало больше мягких деталей. Изменение дизайна соответствует перемене внешнего облика. Убеждаемся в очередной раз, что корейцы в последнее время здорово прибавили в плане качества интерьера своих авто. В i30 стильно выполнена панель приборов, все показания считываются легко и непринужденно. Руль приятно держать в руках. Центральная консоль также не лишена стиля, при этом все находится на своих местах и управляется легко и логично. Благодаря широкому диапазону настроек на водительском месте можно устроиться комфортно. Водительское кресло имеет регулировку по высоте, а в более дорогих комплектациях Style и Premium такая возможность есть и у переднего пассажира. Задним пассажирам также будет довольно комфортно. Свободного места от колен до сидений вполне хватает даже рослым пассажирам, чего не скажешь о пространстве над головой. Если принять позу спящего человека, то голова упирается в заднюю кромку крыши. Но эта особенность присуща автомобилю с панорамной крышей, ведь в угоду этой опции пришлось пожертвовать 5 сантиметрами вертикального пространства. Багажник у Hyundai i30 пусть и не самый большой среди одноклассников, но довольно вместительный. Его вполне будет хватать для повседневных нужд. К тому же теперь объем багажного отделения со сложенными спинками задних сидений почти на 70 литров больше, что даст возможность разместить дополнительный чемодан. А еще в новом i30 есть такая замечательная опция, как панорамная крыша с электроприводом. Одним нажатием кнопки приводим в действие механизм, который открывает защитные шторки, и вы прямо из салона сможете любоваться, например, звездным небом. Городской середнячок не претендует на лавры спорткара, что позволяет быть ему в меру комфортным. Но и медленным его не назовешь. Дизельный силовой агрегат объемом 1,6 литра, оснащенный турбиной с изменяемой геометрией, довольно шустро набирает скорость. За счет этого вы будете комфортно чувствовать себя как в городском потоке, так и при обгонах на трассе. Новая i30 неплохо рулится, стабильно держит траекторию поворотов. К тому же в обновленной версии всегда на чеку стоит система стабилизации ESP. При движении по грунтовым дорогам нареканий также не возникло. Если ездить с умом и присущей для легковых автомобилей осторожностью, то подвеска без проблем справляется с таким покрытием. А вот крупные ямы и выбоины лучше объезжать, иначе пробои подвески тут же нарушат спокойствие и комфорт седоков. А вот акустический комфорт порадовал. Автомобиль стал заметно тише и комфортнее. Подводя итоги, можно сказать, что Hyundai i30 – это отличный, в меру озорной автомобиль для города. Он без проблем справится со своей задачей свозить вас в магазин, на работу или на садовый участок любимой тещи. i30 придется по вкусу прежде всего молодым семьям, которые в полной мере смогут оценить его стильную и стремительную внешность, неплохие ходовые характеристики и практичность.